Привет, вы на канале Whisky Time, и сегодня у нас русский виски. Русский виски John Corr Red Killed, 5-летний. Бутылочка такая пол-литровая, 400 рублей. Средняя цена вроде как 450, такая небольшая скидочка. Ну, не суть важно. Попробуем сразу к делу. Аромат никакой. Слушайте, когда я его пробовал сначала, когда открыл, было немножко вкуснее. Сейчас он какой-то горький, отдаленно, на мой взгляд, похожий на виски или что-то среднее между виски и коньяком. Но теперь немножко о нем поговорим. Ну, в общем-то, неплохая этикетка, да? Выпирающие буковки, так приятно пощупать. Красуется надпись 1494 John Corr. Это год основания виски, как пишут здесь же. Производитель Кин, винно-коньячный завод московский, да? Да, винно-коньячный, все верно. Выдержка заявлена 5 лет. Что еще? John Corr — это у нас имя, в общем, названо в честь какого-то монаха. Выбирал я между John Corr синий килт и красный килт. Ну, больше, конечно, заинтересовала выдержка, которая побольше по времени. Что еще? Значит, виски купажированные, что не вызывает никаких сомнений. И выдержка из зерновых и солодовых дистиллятов. Также указано, что дистиллировано и выдержано в Шотландии. Ну, не знаю, я каких-то особых к нему ожиданий не имел. Ну, не особо и рад тому, что я сейчас попробовал. Не советую я вам, конечно, его пробовать. Не знаю, не очень, на мой взгляд, получился этот вискарик. Попробую, может быть, еще разочек. Вот я что-то упустил. Буквально капельку. Ну, не знаю, я чувствую только тут жжение, спиртик, что-то такое кисло-фруктовое. Горький какой-то вкус. На мой взгляд, больше напоминает коньяк. Ну, вот, собственно, и все. Брать или не брать, выбор за вами. Может быть, синий килт и лучше, а может быть и нет. Так что всего хорошего и до скорых встреч. Пока.